Так, тихо. Смотрим теперь графическое отображение, то, что мы делали со стороны головы и шеи, да? Именно поэтому таких странных нарисовал гомункулов. Ну, по сути, мы стоим же со стороны головы, с этой стороны, да? И смотрим на тело снизу вверх. Поэтому как бы верхняя часть там. Мы сейчас ее не работаем, на ней пока не рисую, да? А массируем голову и шею, да? Ну, для начала давайте вспоминать, что мы делали. Прежде всего, трапециевидную мышцу, да, мы проходили разными растираниями. Ну, давайте вот тут нарисую. Растерли, да, вместе с вот этой мышцей, вместе с плечом. Вот так достаточно сильно, да, разогрели, согрели. Тут покраснение прям сразу такое видно, да. Потом, значит, добавлять проминания, вот такие, да. Нарисуем сначала вот так вот мы ее размяли, да. А потом мы ее размяли в обратную сторону, вот так вот промяли, да. А потом мы ее растянули. К сожалению, тут все приемы как бы не смогу описать графически. Просто вспоминайте, да, последовательность. Далее мы растянули обе части сразу, да? Переходим на обе части. От центра к периферии, да? Почему? Потому что мы кровь гоним от головы туда. То есть это большой поток у нас идет в сторону сердца. То есть все мы в ту сторону вот гоним, да? Затрагивали, ну, в принципе, вот эти тоже части мы тоже затрагивали. Потом у нас пошел прием, так называемый крылья ангела. Помните, да? Это мы... Давайте нарисуем вот так вот. Руки лежат вверх. Получается, это вот плечо, да? Вот пошла рука вверх, бицепс, и вот сами локти вот сюда, под голову. Вот трапеция, там крылья. Ну, немножко заезжаем на другой рисунок. Ну, понятно, да, как у нас лежат. Вот, нам, по сути, руки сейчас не важны. Но когда мы рисовали крылья ангела, мы вокруг вот это вот, это у нас будет изображать лопатку. Вот, на треугольником идет вот так вот. У нее идет ось. Ось лопатки вот так вот закругляется. Представляете, да? Что мы рисуем? Почему крылья ангела называется? Потому что мы как бы вот обходим пальчиком вокруг вот этих вот косточек, да, вокруг лопатки. Так, опять не рисует. Сейчас еще один фломастер. Он заканчивается. Фломастер один за одним. Мы как бы вот рисуем вот такие вот крылышки. Похоже, да? Получилось. Ну, на крылья я имею в виду. Похоже, почему они так называются? Крылья ангелов. Прием. Это вот наш первый сет. Так, напишу тут вот. Сет. Крылья ангела. Сет номер один. Второй сет. Остановились здесь, да? Растерли вот этим же движением. Вот таким вот. Помните, уже если тут мы по отдельности работали, да, то тут мы большими махами всю шею растерли, да? Растерли, развели в сторону. Опять же, вот сюда, быстро энергетически так вот растрясаем, растирание. И рисуем эполеты. Вот таким движением. Расширяющимся, да? В стороны. То есть у нас получилось вот мы вот так вот это вот в стороны нарисовали. На теле человека. Завершили вот здесь движение, да? То есть у нас получились кулачки здесь. Еще раз разводим кулаки, уже широкие получаются у нас такие движения, да?
непосредственно сверху, вокруг вот этого позвонка. Вокруг первого грудного и седьмого, ну, там еще второй грудной, седьмой шейный, первый грудной и второй грудной. Тут у нас как бы вот на это воздействие. Там, где у людей иногда бывает холка, да, вот мы достаточно сильно с ней работаем. Потом, тут на этой фигуре придется нарисовать еще... Ягодицы, крестец, вот так вот пошли полупопия. Так называемый еврейский канделябр. То есть мы его развили руки, да, потом обошли лопатки вот так вот, другими костяшками. Развернули их и стали вести вверх. У нас получается, что мы вот нарисовали основание, ствол как бы вот этого подсвечника. И даже на теле видно потом, да, как мы пошли, вот эти вот свечи канделябра. По 4 с каждой стороны у нас получается, да? Ой, не очень аккуратно нарисовал, к сожалению. Ну, понимаете, да, вот это получилось основание, да, стержень, и вот так вот развели руки потом. 4 с каждой стороны и одна по центру. По центру тоже большими пальцами можно проводить, да, прям по этим позвонкам. Получается, этот мы рисуем пятый подсвечник, куда вставляются свечи. То есть их получается в итоге 9. Почему я называл их еврейский канделябр? Потому что у них 9 сефирот, ну это 9 сфер энергетических, ну то же самое, что там сочетается с этими с чакрами, как бы, ну не совсем, это сочетается с меркабой, некоторым таким контуром вокруг человека из двух призм, вставленных друг в друга, две треугольные призмы. Никогда не видел такого рисунка. Которые вот как раз завязывают то, что у нас был разговор о том, насколько аура, влияет ли это на физическое тело или нет, или наоборот. То есть это все влияет, то есть это находится, человек не только в физическом теле, он и вовне находится, поэтому вот они, ну, сейчас про вот эти все философии религии не буду говорить, просто про методики. Поэтому где это там получается? Соответственно, прошлись несколько раз вот так вот, да, раз, загнули руки и развели. 2-3 раза прошли, да, и вот это место, где сочленение идет, да, мы отдельно большими пальчиками проработали. Во-первых, добавили вибрацию руками. Вот так вот, да, сюда, кулаками. Растрясая еще раз подвздошные кости и еще раз делая декомпрессию. Мы же отсюда давим туда, в ту сторону, то есть мы раздвигаем позвоночник. Когда мы зажигаем свечки, да, зажгли их большими пальчиками, как бы, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут тоже такое вот мелкодробное движение на миофасциальную мышцу. И вот эти вот фасции такие мелкие, да, вот так вот раздробили. Получалось, мы их зажгли. Человек вообще весь зажегся. Возвращаемся назад. И вспоминайте, что мы там еще делали. Стирали это все. Да, это мы все потом стирали. Вот так вот, да. И ставили ракетные установки вот сюда. Сейчас поясню, что такое ракетные установки. Вот. Ну, здесь, к сожалению, не хочу рисунок портить, чтобы это все стирать. Это у нас получается сет 2, да? Сет 2. Эполеты. Плюс... Ну, если фактологически говорить, он не еврейский канделябр, это как бы в Европе такое, там из кабалы. Минор. Вот минор не знаю. То есть это в музыке. Это все из кабалы, как бы это все идет, но нас же не религия сейчас интересует. Так, здесь нарисовал человека со сколиозом.
Почему? Потому что, во-первых, все это проделывая, мы чувствуем его позвонки, да, и видим, как они, вот эти остистые отростки, насколько они смещены, да, или какую-то волну в себе обладают. Тем более, наблюдая достаточно низко, вот так вот, почти в человека, да, мы тоже видим его дорожку, во-первых, реберные бугры выше или ниже, да, диагностируем. И видно, идет так или так, таз смещается влево или вправо. То есть отсюда как раз это все хорошо видно, вот так, если прицелиться под углом. Вернулись назад, и вот эти вот ракеты запускаем. Это когда мы рукой вот условно рисую, да, от кончиков пальцев, да, всей рукой растираем, разогреваем, здесь как бы там пошел огонь, вот они запускаются, и вся рука, изображая ракету, проходит, поднимая еще раз подвздошную вот эту мышцу. Вот тут локоток у нас находится, да, мы как бы в конце ее даже вот локтем так приподнимаем вверх, саму мышцу, представляете, да? Далее идет очень много приемов непосредственно с точками головы. То есть, даже на этой схеме это не уместится все нарисовать. Но просто нарисую основные точки, да, куда мы жмем. Нарисовать здесь? На этой схеме, да? Вот сюда, на уголок лопатки, чуть-чуть выше и чуть-чуть ниже. То есть у человека лопатки же в этот момент раздвинуты, если помните. То есть они вот так вот идут. Да? Потом у нас есть точка. Это вот эта серединка, да, мышцы. Точки под мышцой. К сожалению, с этой стороны не видно, но вот такими стрелочками рисуем маленькими. Вот туда. Точки, где мышца заканчивается, вот тут вот, в ямочке вот в этой. Точки на шее с боков, по центру практически шеи, да? Мы проходили вот эти точки, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И одну по центру, вот эту большую, да? Потом проходили точки на ушах, много-много их там, даже все не будем описывать, то, что у нас, по сути, повторяет рисунок позвоночника. Ну, помните, да, перевернутый зародыш ребенка вверх ногами. И у нас были основные точки еще вот от практически от самого лба парные точки. Вот так вот. Через весь череп. Это точки продолжения позвоночника. И энергетически, и физиологически в акупунктурных точках он не заканчивается последним первым позвонком, атлантом, да, возле черепа. Он продолжается дальше. Но если энергетически, то дальше идет даже вне тела человека. Ну, то есть, ось нашего организма, ось позвоночная, она не только физическую форму держит, да, она держит энергетическую структуру, которая далеко продолжается над человеком вертикально и глубоко вниз человека. Она замыкает определенные некоторые контуры. Контуры своеобразного тора, но это опять в энергетический, ну, тор, знаете, что такое тор? Представьте, вот яблоко, да, вот у нее есть как бы в середине, сверху, да, вот такое впадение туда, сердцевина идет, и снизу. Так вот, энергетический человек — это вот только серединка яблока. Само тело, да? Остальное все это вот такой некоторый сферообразный тор, кокон, который мы тоже можем запускать по позвоночнику. И поэтому мы его запускали, когда проходились дальше, да, вдоль этих позвонков. Мы их подбивали, помните, вот так вот способами, потом вот так вот скрепляли, да? То есть мы каждый позвоночек шли и правили друг относительно друга, пытаясь выпрямить эту вот кривую линию. Четырьмя разными способами. И так прошлись. И вот так вот прошлись, да? Вот дошли непосредственно до крестца.
Придя сюда, мы эти ракеты устанавливали обратно. Для этого нам нужно было проложить железную дорогу. Мы прокладывали ее обратно, вот такую кривую, да, вот до этих мест, шахты, где ракеты находятся, кулаком, вот этими острыми косточками, да, раздвигая еще раз паравертебральную мышцу от позвоночника, да, прошли сюда, обратно возвращались с вибрацией. Будет сердце, не покажу. Так вот возвращались, да? То есть это были рельсы, это как бы шпалы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Кажется, детская, да, стишок. А на самом деле он имеет достаточно глубокий смысл в массаже. Потом мы второй локтем одним, да? Кстати, тут мы тоже затрагивали и крестец. То есть нарисовали железную дорогу с одной стороны и железную дорогу для другой шахты с другой стороны нарисовали, да? А здесь получается у нас переезд между этими шахтами, железнодорожная вилка, где один поезд идет, второй поезд. Значит, запускаем поезд локтем, продвигали до конца, устанавливали ракету обратно в шахту. То есть мы таким образом локтем, достаточно широкая вот эта часть нашей, да? Вот видите, ее ширина достаточно большая. Раздвигали, плюс локтем, да, упираясь в плечо, а вот этой частью, вот это получается, в голову. То есть мы еще дополнительно растягивали вот эти вот шею от плеча. Еще дополнительно было растяжение. Вот такой тяни-толкай, как бы получается. И назад пустая ракета, пустой уже. Если сюда мы давили достаточно сильно, а давление шло по этим рельсам вниз, мощное. То есть мы под 45 градусов вектор направляли внутрь тела человека. И еще раз декомпрессируя его. То есть мы все время делаем декомпрессию, декомпрессию. Даже со стороны головы мы это делаем, если помните, да? В прошлый раз мы проходили спину, а сейчас головы. То есть делали декомпрессию дополнительную. Ну, вот все вот эти вот легенды там про... Ну, визуализация, так скажем, с ракетами, там, с железными дорогами. Это же просто, я говорю, для того, чтобы легче запоминать очередность. Вы же понимаете, что тут не в шутке дело, а дело в том, что мы на самом деле реально оказываем человеку. И когда уходили назад, мы еще раз дополняли пустым уже вагоном, не сильно, но достаточно легко, дополняли еще одну вибрацию локтем до сюда, до конца. И с обратной стороны также сделали. Так что вот с одной стороны я вроде бы нарисовал человека со сколиозом, да, а с другой стороны я нарисовал в движении как бы вот эту вот вибрацию, да. Эта вибрация не мелкая такая дробная, да, локтем, а мы растрясали его позвоночник, чтобы он весь вот так вот волной шел. Вот так вот волна будет очевиднее. Так. И после этого мы переходили к другим приемам, уже вот так ставили руку, да, на шею, вот тут помните, то есть вот такой как бы, как его назвать, тренажер механический, с которым прокатывались обратно, еще раз декомпрессируя крестец в ту сторону несколько раз. И меняли корпус, положение своего тела, да, массажиста, на другое тело, на другое положение, перпендикулярно его позвоночнику, вставая центром тяжести против его центра тяжести. То есть мы физически остановились вот тут. Ну, примерно пупок у него, да, вот тут находится. И мы вот напротив него примерно свой пупок установили. Ну, перпендикулярно относительно друг друга, да. И перешли, соответственно, к следующей стадии. Это уже совершенно другие приемы. Графически сейчас я их не буду отображать. Сет номер 3. Напишу ракетный комплекс. Вот. После этого... Вот четвертый тут не хватает, это для завершения, когда мы локтями уже все оборватывали, да? К сожалению,
те, кто смотрит только вот эти картиночки по этому видео, полностью не воспринимают всю информацию. Приходите на тренинги, там я больше буду рассказывать. Там у нас есть четвертый сет еще отдельный, да? А сейчас мы с вами, дорогие друзья, перейдем непосредственно к мануальной правке, к разблокировке всяких функциональных блоков, постановке позвонков в лежащем положении. Это будет следующий наш видеоролик. Смотрите нас на канале Альфа Топ.